Пошел вон! Пошел, кыш, кыш! Пошел! Иди отсюда! Что творишь? Иди! Отвали от меня, говорю! На меня орел этот, гриф пытается сесть сверху. Валь, посмотри, подлюка сзади пристроился. Пошел вон! Уйди, говорю! Вот подлюка. Валь, ты видишь этого кренделя? Сверху пристраивался, сзади меня летит, прям в спину дышит. Я поворачиваю, все, давай. Он в тебя влюбился. Ну что тебе надо? Ну уйди, а! Валь, не шевелись, я подлечу с нему на фотоаппарат, как он тебе крыло сядет. Блядь, он, сука, от меня. Меня. Так, я, наверное, налетался, на посадку полечу. Сегодня полноценный тренировочный день. Задание было влетаться в термичку. Вот, прикрою лицо, чтобы не надуло. Ребята нормально полетали, молодцы. Сейчас полетели на посадку. Что могу сегодня запомнилось за сегодняшний день? Так это то, что на меня гриф пытался все время сесть. Он реально летал просто впритык моего крыла. Я в шоке. Ну а так все. Всем спасибо. С вами был Крымский клуб парапланеристов в Непале. Йоу.